Друзья, всем привет! С вами Константин и снова на канале Boston Technic. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот старичок МТЗ-80. Ну, старичок находится в рабочем состоянии. Давайте рассмотрим его более детально. Передняя резина еще походит. Вот он стоит уже, простаивает. Стоит, простаивает несколько лет. Вот, конечно, нужно будет приложить руки. Состояние кабины. Задняя резина. Ну вот, можно сказать, в хорошем состоянии. Состояние кабины. Такая вот сидушечка. Все работало. Но надо приезжать, заводить, проверять. Всем хорошего дня и до скорой встречи. Пока.